Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы опять тестим интересную сборочку. Думаю, она будет очень интересная для многих. Наконец-то я смог собрать восьмой ожог рунами. И у нас будет сегодня на тесте вот такой вот Ронин с новым талантиком изворотливость, который дает 20% уклонения. Чарами у него стоит хранитель для отхила, потому что у нас отхила вообще не будет. В принципе, от смотрителя будет отхил. Вот так вот он собран пока. Не максимальное уклонение. И плюс мы сейчас ему сделаем восьмой ожог рунами. Также я думаю, пока не знаю точно, есть ли смысл попробовать с девятой оживой и ожог рунами поставить, чтобы он два раза резался. Такс, окей, поехали, давайте сейчас сделаем восьмой ожог. Вот так вот, в принципе, три рунки седьмых за два базара на китайке начали продавать ожог. На английском странно, почему-то они продают, но здесь уже начали продавать ожог. Let's go, есть восьмерочка, есть. Поехали. Также на душике будет интересно посмотреть на ожог рунами, поставить ему такой же талантик, возможно, душик будет получше. Так, окей, тут мы ставим феникса и будем тестировать, как на битву гильдии. Что мы имеем? 20% уклонения здесь, 50% на срабатывание здесь. Ну, в принципе, вот такая вот сборочка. Поехали, сейчас посмотрим, что с этого получится, сможет ли он конкурировать. Поехали. Так, смотритель у меня есть активирован. Так, попробуем через Анубиса, давайте, в данном случае, вот так вот. Ну, вот так вот его слили. Возможно, больше уклонения надо нарулить. Как-то быстро. Ну, хотя, Анубис под хранителем. Неудивительно. Так, а ну-ка еще на одного Анубиса попробуем. Так, там Анубис походу с отражалкой. Ну, еще нужен, конечно, феникс хорошей прокачки с девятым скиллом, тогда будет попроще все. Так, проседает, причем конкретно, ну, 66% отхил на фул. Неплохо. С оживой получится у нас сразу же два таких Ронина. Как вариант, правда, мы потеряем 20% уклонения. Че, он решил еще и фраи ушатать? Да ладно, какой-то зверский ронин получился. Но смотрите, фраи ушатал, уже пошел к некросу приставать. Но держится неплохо, я вам скажу так. Очень-очень даже неплохо держится. Смотрите, Некроса ушатал, Анубиса ушатал. Короче, какой-то... Ну, на бомбочке слился. Не успел получить отхил. 98%. В принципе, неплохой результат. Давайте еще затестим. Рино ПБшка. Ну, интересно посмотреть. Да, по нём практически не попадает. Посмотрите на его жизнь. Гить.
Ожог рунами тема, если поставить ему, да и изворотливость в принципе, но это единственный вариант, если вы ожог соберете. Я пока только на китайке видел ожог, что продавали у нас простые эмблемки. Смотрится очень неплохо против вторых эволюций. Ну, Рино он не убьет однозначно. А вот Рино его чуть не слил. Урона не хватает. Ну, смотрится очень-очень неплохо. Так, надо найти еще какую-то топовую расту с героями, но мне нравится. Еще, конечно, хочу потестировать с выживанием. В общем, много разных сборок возможно сделать. Так. Тут у нас как раз есть и хранитель. Ну, тут видите, ушатали просто. Тут с доспехами героя. Ну, по сути, на такие расты нету смысла вообще Ронина использовать. Надо найти такую расту, как... Вот, например, с Афиной. Это уже интересно посмотреть. Так, Сенна, Фрея. Ну, ушатали. Как видите, непонятно. Но в любом случае, даже с таким талантом, но это надо иметь ожог. Надо будет потестить еще, конечно, сожжевые. Но ожог рунами — это реально крутая тема. Надо, кстати, посмотреть, сколько он там чего дает. Ну, в большинстве случаев, как бы, все без доната только соберут его талантом. С талантами я уже вам показывал. В принципе, прирост есть, но не особо большой. А вот интересно будет сожжевые попробовать. Он будет нормально оживать. Так, а ну-ка попробуем тут. Ну, тут его, наверное, сейчас только с плюшки ушатают. Нифига не шатают. Смотрите, сколько героев. Огник, Некрос, Анубис, Фрея, Стрелок, Ворожей. Он там еще живет. Больно. Действительно, может тоже универсальная сборка будет. Да при том, у нас отхила на нем только, я же говорю, хранитель и по чарам. Но посмотрите, держится отлично против такой пачки. Ну, чем больше героев его бьют, тем больше шанс срабатывания ожога. Минуту уже выстоял. Конечно, единственное, что Феникс бьет, конечно, классно, но он может и по таблеткам, и по героям бить. Надо будет попробовать, или хватит Цепелина с оживой, возможно. Так, окей, поехали. Какие-то по локации посмотрим. Против Фрей. Ну, Фрей он тут должен по идее разобрать, но Фрей сейчас дальше пробежит. О, отлично, Некроса. Ну, конечно, тут
сделаем так, чтобы была еще видимая цель. О, отлично. А Кенди все пофиг. Стрите на Кенди. Офигеть. Шаталы ваших некросов. Жесть. Это просто жесть. Посмотрите, что они делают вдвоем. Да уж. Что я могу вам сказать? Сами все видели. Два наебатора с изворотливостью. Давайте еще попробуем против Фреи. Ай, Фрея внизу. Живут же люди. Первая эволюция и уже 11 скилл. Ну, зажрались. О, отлично, Махатма. Это очень хорошо. Повелитель бури, Анубис, Фрея. 11 скиллы. И посмотрите, что мы имеем. Жесть, ребята. Это просто жесть. Кенди просто тупо. Кайф. Так, ну какой-то есть. Ладно, пойдем дальше. Попробуем в топ выйти. Вот, отлично. Хранитель ворожей. Офигеть. Видите, да, это все? Ну, блин, жалко, конечно, тут. Жесть. Да, вот такая вот, ребят, сборка. Не знаю, буду тестить уже на следующей битве гильдии. Возможно, если не перекачаю, что-то хочу еще с оживой тестануть. Возможно, баст этот уберу. Хотя у меня там куча ронинов есть других. Они, думаю, докачаются. Ну, в общем, не знаю, мне понравилось. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но, конечно, ожог рунами — это кайф. Хоть и атаки мало, жизни тоже не особо топово, но, блин, 50% это круто. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.